На лед приглашаются дуэлянты. Ирина Лобачева и Владимир Шевельков. И Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ребята, сразу к вам. Вот-вот начнется дуэль. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать друг другу? Да я хочу пожелать нам выстоять в этой дуэли, потому что дуэль – это будет настоящая, серьезная. Я очень уважаю эту пару. Ирина, помимо того, что она потрясающая фигуристка, она еще очень хороший тренер. И мы часто наблюдали, как она 5-летних детей учит в паре кататься. И вы знаете, я удивляюсь ее терпению, поэтому она очень многому научила Владимира, который известный актер, режиссер. И я вам хочу по секрету сказать, что в ледниковом периоде женщины-актрисы уже встали в очередь к нему в следующую картину. И, конечно, я восхищаюсь тем, что они делают. Володь, ты чувствуешь себя 5-летним ребенком, когда Ира тебя тренирует? Бывает, частенько, конечно. В принципе, да. Но она их хвалит чаще все равно. Спасибо, но Володя иногда кривит душой, конечно, своего чаще хвалю. Больше я жесткий тренер, поэтому чаще я серьезно тренирую. Хотя, в принципе, не имею права серьезно к этому относиться. Ну тогда самое время приступить к жеребьевке. Давайте решим, кто из вас будет кататься первым, кто вторым. Катя. Дерзай. Номер один. Итак, первыми катаются пара Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов. Вторыми Ирина Лобачева и Владимир Шевельков. Удачи вам, ребята.